Конечно, здорово смотреть руины древних сооружений, но не менее интересно посещать забытые руины, точнее, забытые карьеры. Хотел сказать, забытые руины, вот это не забытые руины, это забытые карьеры. Громоздкие очень сооружения, которые, ну не сооружения, комплексы, да, объекты, надо сказать, лучше пусть это будет которые ходят у нас на многие-многие метры. Сейчас я постараюсь встать сам, чтобы вы вообще понимали, насколько это все большое. Вот. Я просто подхожу рядышком, чтобы вы понимали, насколько это грандиозные объекты. Мы сейчас пойдем. Мои самые любимые места, где ходишь. Один, где нет толп туристов, где... Конечно, приходится подходить самому, чтобы показывать и обозначать. Но вот сколько глазу видно, друзья мои, столько это промышленность каменного века. А я называю эти объекты, объекты именно промышленностью каменного века. Столько они и продолжаются. Мы находимся в Месопотамии. Мы находимся в Месопотамии с вами в большом очень регионе между Тигром и Ефратом равно удалены. Ближайший город здесь Мардин. Выборки я уже даже не комментирую и их количество, потому что, ну, все перед глазами. Вот ты знаешь, давай остановимся, и я просто, вот тут вот где-нибудь, я просто покажу людям, встану рядышком. Потому что, когда я стоял в карьере Бальбек, или когда подходишь к этим огромным выборкам в Петре, ты сразу. Меня хоть видно? Ой, ты сразу начинаешь ну, по-другому все это воспринимать. Никогда с картинок тебе рассказывать, что рабы диоритовыми шариками выдалбали, или вот смотрите, следы диоритовых шариков, или вот кирками. Какие кирки? Прямые, ровные линии, просто геометрия, огромные надо мной нависающие формы. Мы... Можно подходить сюда... Мы сейчас покажем эти формы, вы просто увидите, вот я сейчас стою, угол выделен так, фантастически выделен так, что э, качество, вот прям вот эту линию вот у угла покажи, пожалуйста, потому что э, какие кирки, какие там диоритовые шары, которыми, которых шар, ну, шары еще в каком-то количестве нашли. Кирки-то и другие инструменты, да, вот снизу вверх, чтобы тоже зрители забытых руин забытые уровни и забытые карьеры надо переименовать, потому что это хорошая страница, такая достойная страница, вот Месопотамская вот эта часть, Мардинская эта часть карьеров. Вы видите, насколько это выровненные, не полностью прям идеально выровненные, но насколько это ровные стены. Некоторые из них заходят по дуге, но в целом они у нас так не градированы, хотя некоторые вот кое-где встретятся, вон там какой-то выступ. Вот встретится еще где-то. Но в целом они достаточно ровные плоскости, которые со всех сторон. А иногда, о боже мой, что впереди нас ждет. Ты тоже. Из серии, вы тоже это видите? Нет, вы еще не видите. Вот где-то вот отсюда заходи. Потому что это а -а -а -а, хочется сказать. А, и хочется сюда, вот сюда, вот надо начинать все-таки из фак, чтобы их год возить историков. Но потом, правда, преподавать нечего будет под тем, кто изучает курс древней истории. Потому что все, что будет написано и рассказано, веселые картинки изображены у историков же у них картинки показаны. Давай постоим даже. Я просто, вот, чтобы зрители насводились, как выглядит муравей. На фоне муравейника огромного. Вот. вот историков надо сюда, вот хочется просто из серии. Ребята, а вы вообще в курсе, что у вас такое есть? Потому что козы, вот, которые тут бурную деятельность ведут, по которой я вот сейчас иду, вот они в курсе. Те, кто бросает мусор. Слушай, эти ступенчатые какие-то формы потрясающие, вы еще их не видите. Вы пока видите только огромные выборки. Масштаб этих выборок, конечно, впечатляет. Давай вот чуть вот так вот зайдем, вот чуть выше, с угла. Потому что линии, размеры опять у нас идут. И это не что-то, кто-то, вот знаете, камни, когда камни отламывают, они отламываются, это видно. Рыхло всяко. Здесь их четко отделяют, потому что эти ровные грани, линии лишь подформлены, существуют. Только потому, что их отделяли со всех сторон. Есть некоторая дугообразность. Вот, например, вот в этой части, вот в этой части наблюдается дугообразность. Сейчас можно спуститься вот сюда, с этого угла, а и показать, да, и, а я пойду к, вот к этим формам, они такие впечатляющие. Если бы их вот не объяснять, что это карьер людям, наверное, некоторые бы сказали, да, вот, вот оттуда, прям можно и угол, и стенку показать. Если их не объяснять, а вот просто показать и серии, дайте оценку, народ скажет, о, какие ступенчатые пирамиды. Но сначала увидите эту грандиозность. Это на пятерке такой масштаб, да? То есть я почему уточняю про пятерку, не про пятерку. Пятерка – это самый, самая суженная картинка, то есть наиболее масштабная. Вот вы сейчас наблюдаете многочисленнейшие выборки, а я пока залезу. Грехи наши тяжкие. У меня уже тоже можно снимать. А я пока залезу на один из этих ступенчатых, одну из этих ступенчатых форм, чтобы вы просто соотносили размер, да? Вот эти вот у нас, ребят, мы встречаем где-то метр двадцать, метр десять и шестьдесят. Вот эту шестерку, помноженную на два, иногда восьмерку, помноженную на три, восемь, шестнадцать, двадцать четыре встречаем. Вот, вот там вот, допустим, метр двадцать, а здесь у нас идут выборки, идущие по шестьдесят сантиметров, ступенчатые. Да, скажете, кто-то скажет, ну что тут такого, ну отделяли, отделяли, пилили и пилили. Ну, во-первых, здесь нет никаких построек. И там, где ты пилил, можно подниматься, там, где ты пилил, э, как чем-то это пилил, ты должен что-то дальше куда-то было увозить. Во-вторых, это обязательно надо показать, у нас есть следы применения некоего гибкого бура. Вот надо мной хохотали некоторые, говорят, гибкий бур невозможно, у нас уже есть. Вот отсюда, вот отсюда. смотри. Вот у нас тут даже до сих пор сохранилось. Это вот не какой-то пропил такой. Это вот бур, вот его следы. Оно у нас встречается. Это никакая не кирка. Оно у нас встречается, и он выходит. Здесь такой же бур есть. Вот, вот он, вот он, например, хорошо сохранился. Еще идет вот этот вот бур. Вот. Вот точно так же. Это какая-то, ну, что-то труб, трубчатое, не трубчатое, но по типу сверла, но оно всегда неровное. Оно не бывает у нас совершенно ровным. И опять идет дугообразные наклонные линии формы. Фантастика, просто фантастика. Стоишь около этих, около этих объектов. Слушай, сколько там минут? Восемь минут. Ну, мы пойдем еще, да, через одни ворота пройдем. Вот это вот они так получились, оформленные ворота. Я не могу все время, то есть я не могу, к сожалению, показать все. Мы уже устали, мы тут целый день. Я мучаю всех людей, все кто со мною. Да, попробуем посмотреть. А здесь, наверное, финиш. Тогда можно его посмотреть сверху, обойти. А нет, не финиш, карьер продолжается. Ну, я нас поздравляю карьер реально продолжается во все стороны. Огромные карьеры. Дальше-то что? На бревнах, на осликах, на ком вы это все будете вывозить? Вот отличный пример следа инструмента. Наш проводник, водитель, он говорит, этот камень был мягким. Вот. Хорошо видно там в камеру, да? Видно его? Вот это вот. Или солнышко там светит. Видно, да? Нормально. Вот. Вот эти вот следы вот с одной стороны как будто бура, с другой стороны по дуге, никакая кирка по дуге выдерживая, вот, эту, вот этот шаг не работает. О боже мой, просто так помножить, ну так на двойку показать, что карьеры уходят ближе и, и дальше, и все стороны. Ой, фантастика. И все. И мы пройдем поверху и будем спускаться сейчас я могу уже взять да друзья вот, такой вот такая вот мощь огромных античных или до античных но это все это, это древняя высокоразвитой цивилизации ее промышленность каменная промышленность, я так и называю, промышленность каменного века. Работаю над трудом, это будет серия, в одну книгу, конечно, это не помещается. Промышленность каменного века. Куда мы соберем, слушайте, какая фантастика. Я туда даже смотреть боюсь вниз. Куда мы соберем, жуть какая. Разные-разные примеры таких вот, камни перерабатываемых, перерабатывающих предприятий. А это, если вы посмотрите, это если вы посмотрите вот на линии, на ровные линии, кому нужно выдерживать эти все ровные линии, реально предприятие, это промышленный уровень обработки, добычи, точнее добычи, отделение добычи, перевозки, транспортировки и обработки. Вот такой вот цикл. Наверное, это один из самых Впечатляющих фильмов у меня. Ну, я очень рад, друзья, что я сюда попал. Спасибо за поддержку всем. Если у вас есть желание поддерживать дальше, забытые руины, приобретайте книги. И, ну, если есть возможность, все серьезнее поддержать. Да, но самая лучшая поддержка это, это книги, это взаимная поддержка, потому что это обеспечивает нам общее информационное поле.